А вы знаете, что Казахстан находится на 71-м месте по уровню качества жизни населения? Суицид вообще на 3-м месте. Только в этом году из страны уехало 22 тысячи человек. Вы это знаете? Уважаемые коллеги, хватит работать на статистику. Хватит брать народу! Умаров Саят Саматович. Я с тобой буду по-другому разговаривать. Я сюда прокуратуру отправлю. У вас сроки, максимум даю неделю. До завтра. Один день. Вот вам, понял? Благодаря вам в нашем районе стало жить лучше. Большое вам спасибо от души. Азамат Ерланович, серый кардинал Саят. Вы что тут бардак устроили? Я сам лично займусь этим делом. Выполняет всю грязную работу. Лапа закончилась. Можно предполагать, что тоже коррумпированный. Как дела, коррупционер? В смысле коррупционер? Я просто так подумал. Смысл честно работать. Доказывать кому-то что-то. А вот у меня семья хорошо живет? Тоже нет. Как жили, так и живем. Своей должностью можно такие вещи мочить. Я знаю. Саят, просто пешка. Я не как некоторые. Меру-то знаю. Слушок, будет, что они хотят взятку взять? Я клянусь голыми руками нафиг придушу. Азамат требует деньги. Ну, если Саята посадят, ты тогда можешь на его место смело сесть. У меня был и есть свой интерес. Можно узнать, кто заказчик. Сейчас узнаешь. Это еще начало. У меня есть 100% ход. Главное, чтобы они не узнали твою сущность. Настоящую. Все, штурмой, папа. Первая группа попадает. Ну, должен же кто-то в этой мате грязную работу выполнять. Алло, я на месте. Даже я поверил, что ты стал правильным.